Всем привет, дорогие мои подписчики, зрители, гости моего канала, ребята, очередной летсплейчик на моем канале. Уже сегодня вы лицезреете он третий по своему счету, то есть один мы выпустили старого образца, который я записывал именно в июле, второй вышел на парме, где Жека устроил марафон, и там, короче, все про деньги, и поэтому, если хотите, то посмотрите, он уже на канале. Ну и третий, вот он на мульте, долгожданный летсплейчик, который вы давно просили, и сегодня я хочу поиграть не один, а со своими друзьями, один из них, это Никита, то бишь подписчик, поздоровайся. Привет. И второй, конечно же, администратор паблика ВКонтакте, да, моего творчества, который, конечно же, и набрал практически весь народ, так как он скинул ссылочку, да, ведь, Валик, да, все верно? Ну да. Ну и отлично, народ, я как вижу, уже немножечко стал набираться, но пока, ребята, мы не будем играть, то есть нам, я не горю желанием сейчас что-то тут побеждать или что-то делать, но, в принципе, у меня есть задания такие, как надо выполнить, набрать там опыт в режиме CTF, просто в битве, и именно на полигоне. Короче, создали мы полигон на флаге, и обычная там битва, где мы, конечно же, выполним задание, получим за это 1000 кристаллов в сумме за все три задания. Ну и сейчас у нас сегодня 14 число, если не ошибаюсь, давали. Давайте, да. А 14 число у нас было новое видение, можно так сказать, потому что когда я зашел во вкладочку «Купить», я заметил, что там изменили пакеты с кристаллами, а на главной странице ВКонтакте я заметил то, что мы можем при первой покупке кристаллов получить 20 тысяч кристаллов бесплатно. Ребята, представляете, 20 тысяч кристаллов на первом сержанте. Блин, это охренеть, как много, да, ведь, Валик? И об этом мне как раз он и сам и сказал. Или не ты сказал, по-моему, ты. Да, я тебе просто, писал, ребята, честно, мы вчера играли в Агарию ночью и записывали 4 летсплея подряд на Жекин, мой, Берика каналы и другие каналы, а на Киллера тоже, и поэтому серьезно мало спал, немного могу ошибаться, что-то как-то путать, но я буду стараться заснять для вас офигенный летсплейчик. Так, что хотел спросить, Никита, а ты уже донатил себе и получал 20 тысяч кристаллов или нет? Не-не, я донатил позавчера как раз. И ты не попал, да? Или попал под эту акцию? Не, не попал. Короче, ребята, я донатил 800 рублей на 2 комплекта и не попал. Ну, жалко, жалко. Бывает такое, да, ребята, вот именно на один день дали эту акцию, попробовать, не знаю, но да. Я все-таки на мульте ни разу не донатил, ни разу, ребята, не донатил. Я тебе после летсплея доначу на комплект. Не надо мне донатить. Смотри, я сейчас сам себя задоначу на 20 тысяч кристаллов. То есть, ребята, я, конечно же, это не буду оставлять так. Так, остаться в битве при переходе в игровой раздел. Да, ваше местоположение — Россия. Этого не было раньше, ребята. Вы заметили? Вот эта иконочка появилась совсем недавно. Окей, правильно выбрали. Мое местоположение — это Россия. И смотрите, что здесь мы видим. А здесь мы видим, что теперь мы минимальную сумму можем выбрать 1500 кристаллов и максимально 150 тысяч кристаллов плюс 225 тысяч подарок. Все верно? Все верно. Ну что ж, я выбрал киви. Это мой киви. Так, меня перебрасывает на оплату счета. То бишь сейчас, я не знаю, вроде бы запись идет, ребята, так как бандикам захватил окно танку. И сейчас мне отправился код на мой телефон. Конечно же, сейчас мы подтвердим правильность всего выше выбранного. Продолжить. 30 рублей у нас слезало, как корова язычком. Ну-ка, что-то киви у нас подтупливает, ребята, серьезно подтупливает. Не знаю, может быть, у меня уже пришел сам комплектик того, что я купил кристаллы, или же нет, но я что-то как-то не пойму. У меня пишет, сейчас вы, наверное, не видите то, что у меня открыто, а открыт у меня браузер, обычный браузер, и здесь виза киви валят. Платеж танки онлайн, описание пользователь, Дим Федоров, то есть мой мульт, ну, ДЛ, как это сказать, ДЛМК Федоров, то есть не Димка. Количество кристаллов 1500. Ну, сумма 30 рублей. Короче, все, у меня прогрузилось. Появилась кнопочка оплатить. Я ее нажимаю, и что мы видим? Мы видим то, что опять киви начал тупить. Опять мы ждем полчаса о том, чтобы получить то заветное количество кристаллов, которое я хотел.
Ребята, я не знаю почему, но, по-моему, у меня одного оно тупит, или у всех тупит киви. Да не-не, я тоже не пытался затонатить, и мне код не пришел до сих пор. А, не пришел, значит? Нет, у меня пришел код. Я ждал, пока у меня обновилось, после того, как я ввел код, у меня обновилось. То есть я обновлял где-то минуты две, ждал. А это все время я балаболил. И сейчас я даже не могу открыть танков, чтобы перейти в игровой раздел. Так, все. Платеж принят в обработку. Я себе задонатил. Так, смотрите, ребята, поздравляем. Вы успешно совершили свой первый платеж. Команда Tank & Lag благодарит вас за интерес к игре и дарит дополнительные 20 тысяч кристаллов. Удачи на полях сражений. Огромнейшее вам спасибо. Возвращаемся, короче, мы обратно же в битву. Видим, что у меня повысился фонд моих кристаллов. Теперь он аж 34 тысячи. И, конечно, мы будем ждать комплектика. Ну, точнее, копить и надеяться на то, что я куплю себе комплект. Ну, там какой-то комплект был в виде диктатора Рейси с какой-то непонятной красочкой для меня. Ну, и, конечно, мы его попытаемся пиксель, сегодня... с краской пиксель. Сегодня не знаю, но попытаемся как-то побыстрее его заполучить. Так, у нас остается 21 минуточка, ребята. На 21 минуточку мы можем спокойненько вытащить по флажочкам, выполнить три задания, которые я сейчас имею на данный момент, и насладиться охеренной каточкой и записать прекраснейший летсплейчик. Так, Никита, быть может, что-то ты хочешь сказать, а то я тут пробалаболил всю это, всю эту десяточку. Что ты говоришь? Не любитель говорить как бы. Ну, я думаю, да, в принципе. Я в последнее время стал любителем говорить и говорить помногу. Ну, не по делу, к сожалению. Так, я не победим, сбросил флаг. Конечно же, мы оговорим ему огромнейшее спасибо. Убиваем флагоносца вражеской команды и попытаемся сейчас просто поставить флаг. А на изи катке. Так, меня долбит смока. Опа-на, вот она! Он аптеку занавил, пацаны, меня убили. Он уходит на малый мост. Смотрите чат. Рейсом один бесишь. Это он тебе или кому это? Да. Нормально. Вот правильно, так и надо. Беси их, просто стой на своей позиции прострела и убивай всех нахрен. Так, иди, вези, я верну. Я пока сейчас не буду возвращать, просто вези флаг. Не возвращай, не победим. Не тупи, дружище. Ой, господи, я тебе еще раз повторяю, я не победим. Слушай меня, пожалуйста, если флаг можно подержать некоторое время, не нужно его сразу возвращать. Не нужно, ребята, это огромнейшая ошибочка. Так, наш флаг на центре. Валик, ты где? Валик. Да, меня высосали уже. Тебя высосали? Держи, у меня нет аптеки, у меня нет, ни хрена у меня нет, у меня сейчас высосут тоже. Меня высасывают, я остался на соплях, меня подсасывает соточка. А, высосало полностью. Смотрите, Валик, обращайся на центр, посмотри на центр, пожалуйста. Там флаг нужно возвратить. Я верну. Отлично, Никита, я пытаюсь увести, ребята. Счет у нас по раунду, по флагам у нас равный, поэтому мы спокойно можем как затащить, так и просрать эту каточку. Я, в принципе, везу флаг, держите флаг, ребята, просто держите флаг. Он уходит на меня, ребята, у меня нет аптеки, меня ДДшный рикошет убивает, и я, к сожалению, сдыхаю. Я надеюсь, вы вернете это. Рано, я да, верну. Супер, красавцы, просто, ребята, красавцы. Ну и, ребята, говорю уже опять о том, что у меня по комплектику, ой, по расходочке у меня не особо богато всего, чем можно наживиться в этой битве. Дима, что такое? Где ты? Братан. Флаг. На, не иди туда, не иди, Валик. Давай, Хорнет затащил. Мы сейчас поставим, мы возможно поставим, я Изиду держу. Он лаганый, почему вы не поставили? Ну же, Никита. А. Пиздец. Как так? Дима. Чё? На флаге. Я сейчас, короче, зашел в чат, как его хотел что-то написать, фигак у меня бан на 102 часа, я даже не играл. Ну, я не знаю, дружище, это твои проблемы, я не знаю даже, как ты его получил, но да, бывает. Хотя, я не знаю, по-моему, не было такого, таких случаев, чтобы просто-напросто давали просто так, ладно, я не знаю точно, ребята. Так, у нас... На центре. Да иди ж ты нахрен, идиот-то! Ребята, я скажу, почему я не снимал летсплеи на мульте, потому что меня бесит. Те люди, которые реально мешают играть, не дают ничего сделать, и, конечно же, поэтому я решил немножко отдохнуть от этого. Но, в принципе, я подхватил флаг, ребята, вы можете вернуть наш? Ребята, у меня, я на соплях, сейчас одна риса, все зарешает. Кто-то подхватил стаканчик колы, это... Огромное тебе спасибо хотелось бы выразить, потому что реально сейчас ты зарешал в этой ситуации, но наш флаг остается у них на базе, то бишь нужно вернуть.
Вернешь? Нет. Хотя, может быть. Вирус? Верну. Валик? Нет. Какого же хрена ты говоришь, что мы вернем? Что за... Я думал, то, что вернул. Думал, Индюк тоже думал. Знаешь, где он сейчас теперь? Я на ужас. Я его съел. Он в супе был. Вернем. 100%. Подожди, подожди. У нас тут Хорн пытается. Хорн-то сжигите. Ну. О, да. Да, детка. Да, детка. Да, возвращай быстрее, возвращай. О, супер, супер. Какое-то задание еще выполнил. Ребята, какое-то задание выполнил. 15 минут еще осталось. Я точно успею все задания повыполнять. Кто у нас играет на Хорна Торжиге? Хызы. Так, набрать опыт битва 250. Вирус? Забрал приз на 213. Это я. 213 кристаллов я уже забрал. Нафармил такое маленькое количество кристаллов. Так, ребята, мы тащим 4-3, но мы можем в то же время и просрать в этой вот потной катке, потому что не хотят уступать. Помогите наши на базе помогите. Соперник. Ники! Помогите! Ты где, Никита? Держись, братан! Где? О, смотри, там на тебя флагоносец едет! На тебя флагоносец! Что там будет? Охренеть! Нуля, потерял наш флаг. Возвратил вражеский флаг. Возвратил наш флаг. Я хочу увидеть эту, лицезреть эту надпись. Но, к сожалению, я ее не вижу. Я вижу то, что все-таки успели подхватить вражеская команда, увозящий. Уходящий наш флаг, и, возможно, вирус сейчас меня должен сопроводить, потому что я там с Изида меня сосет. Изида меня высосет. Кола, братан, что тут творится? Всех разобрал, поставил флаг. Просто скилл, ребята, ей-богу, повезло, и огромное спасибо нашей Зидке, которая... Просто по-мужицки меня залекало и, соответственно, лекало мне постоянно стаканчик колы. Ты просто красавчик. Так, у нас пытались опять же вести флаг, но, ребята, это уже, мне кажется, полный разгром синей команды. Синяя команда немножко посыпалась, мягко говоря. Ну, я думаю, они смогут. Дайте 29 рублей, слышишь? Какой-то человек тоже хочет задонатить себе, слышишь, да, Валик? 20к лишнего не бывает. 20, да, конечно, не бывает, тем более на мульти, на таких вот званиях, это даже неплохо. На штаб-сержанте, 45к. У тебя? Да. У меня и то 34541 было, а сейчас я выполнил все задания, получая за каждое из двух заданий, которые я сейчас выполнил, по 425 кристаллов, плюс 200 за то, что я выполнил третье задание. Так, забрать приз. У меня получается 35391 кристаллик, и я выполнил все задания. В принципе, неплохо так-то мы заснимем этот летсплейчик. Задонатили мы еще 20к. Сколько мы вообще за сегодня заработали, я так, Валик, если так подсчитать? 1500 за комплектик, я так понимаю, да? Ну купленный. Да. Плюс 20 за обычный подарочный комплектик, который мне сейчас дали разработчики. 425 плюс 425, 850 получается. То есть мы уже заработали 22 000. 350 рублей. Ой, 350 кристаллов. 22 350 кристаллов. То есть вали отсюда, вали отсюда. Я тебе говорю, я сдохну. Братан, я сдохну. Главное, чтобы ты валил. Вали. Ну ладно, бывает. Хрен с ним, бывает. Подожди, мы тащим. Это нам только плюс. Так, 200... Ну, короче, ребята, мягко говоря, 22 500 мы уже заработали. 22 500 кристаллов мы заработали за буквально... за минуту. 22 500 кристаллов за минуту? Охренеть. Такого чи я никогда не зарабатывал, слушай, Валик. Ну да, даже на X2 так не заработаешь. За минуту, ребята, просто за минуту. Но я не знаю, сколько мне еще выпадет за эту битву, потому что уже фоник такой-то не маленький, 1200. И мы тащим. И я пытаюсь привести флаг, но меня жгут абсолютно все жиги. В последнее время я смотрю на маленьких званиях, огромная популярность. Что ты говоришь? Вернул. Это красиво было, да. Так вот, огромную популярность заняли первые места пушки, такие как Жига, Рикошет и Изида. Ведь так? Они что, реально так нагибают? На маленьких званиях. Валик, Никита, скажите мне. Да, Изида, да, в основном, так как там и опыт зарабатываешь, когда и летишь, и флаги пускаешь. Ага.
Знаете, что я скажу? Мы можем просрать, потому что уже стаканчик пива зашел против. Пиво против колы. Однозначно пиво будет тащить. Поэтому давайте, ребята, немножко поднапряжемся, потому что реально мы сейчас можем всрать все два флага, которые мы привезли с трудноватым трудом. Что я сказал, блин? Ну ладно, ничего. Так вот. Если сейчас доставят, это будет хреново, ребята. Может, соберитесь. Я вернуться. Что ты говоришь? Говорю, вернулся я. Ты понимаешь, что мы просираем уже, а? Вернулся он. Какого хрена ты уходил, не предупредив ничего, никого, никогда. Вообще никакого не делай больше, хорошо? Флаг у нас уходит на Малый мост. Вы сможете как-то перехватить его? Ведь он уходит там, по-моему, с Изида, если не ошибаюсь. Тихо-тихо, сейчас верну, наверное. А, нет. Давайте, ребята, он один! Он один! Он там один! Да, убил! Вот, верните! Они все у себя на базе! Они все у себя на базе! Валите быстрее, ставьте флаги! Да какого ж хрена ты свою... Ладно, братан, я видел, ты на нулях, поэтому я чуть-чуть извиняюсь. Ну, вот меня бы лучше бы подлечили. Встречу, пошел. У нас флаг уходит. Я помогу. Ребята, он уходит туда. Я ему дал пару плюшек молота. Еще дал. Изя. Сзади. Вирус. Валик, бери, Валик, сзади смока. Ну, аптека есть, нет? Да. Супер. Ты должен заточить. Ты обязан заточить. Ты не должен, ты обязан заточить в этой, блин, битве, которая... Тут все и смог на флаг быстро. Сука, я сдох. Не, вернут. Я сдох. Как так-то? Валик. Верну. Ну, конечно, я возьму. Помогите, Никита, вали на деф быстрее. Вали быстро на деф. Жигу убивай. Жигу вали. Отстреливай назад. Отстреливай. А я вас аптекой. Ну, у тебя есть аптека? Нету. Сука. На! Я не взял. Я не подхватил. Я не успел, ребята. Извините. Вынес. Реально, я... Может, ты не знаю. Его Зида лечит. Да как так-то, ребята, 6-6, что за херня? Давайте, блин, поднапряжемся немного, а? Я молот одел, короче. Все же, снимай нахрен своего хорнета, он реально не тащит. Здесь нужны викинги. Сейчас диктатора одеть, может, он надеет. Да, одевай диктатора, да, вот именно диктатора. Они сейчас еще один поставят. Ребята, что за команда у нас? Что за раки, не пойму. Нас вообще никто не нарит, у них команда нарит, нормально. Какие там пушки есть, краску адекватно как-то. Я не знаю, как по-другому попросить нашу команду немножко поднарить. Я, ребята, реально, я сейчас буду стоять на дефе. Твою мать, я мину высрал. И меня жига спалит. Они фулку собирают. Как они умудряются это делать? Они собирают фулку и валят сейчас на свою базу. Вожу на фулке с аптекой. Давай, я помогу. Давай, я всех отрезал. Я верну. Ну как так, а? Ой, а как ты сдох на фулке с аптекой? На рельса, не вовремя. Только на аптеку нажал, я сразу рельса. Просто охренеть. Держите базу. Я ухожу на Малый мост. Дай, сзади, я на мосту. Валик, не стой, скотина! Да я аптеки покупаю, отстань. Валик, пожалуйста. Ну. Он минус. Я верну. Да не надо возвращать сразу, ну почему ты не понимаешь, что нужно? Там смока была. Ладно, хрен с ним. Ребята, нужно еще раз вернуть. Я помогу тебе. Верните, пожалуйста. Я на фаге стою. Вернете? Ух. Сейчас попытаюсь. Да куда ты? Никита. Никита, вернись назад, пожалуйста. Возьми флаг. Подхвати флаг, пожалуйста. Я прошу тебя. Ну, аптека есть? Флагу. Аптека есть? Да. На аптеку. Добейте по флагу. Я добью, я верну, возможно. А, я в минусе. Помогите. Давай. На центре. Он с аптекой. Ай-яй-яй. Охренеть. Сейчас вернусь. Валик, аптека есть? Нет уже. Держись, просто чуть-чуть продержись, я сейчас флаг подхвачу у них. Все. Ай-яй-яй. Я подхватил флаг, я валю. Они промазали. Быстрее на их базу, быстрее меня встречайте на Малый мост. На Малый мост. Все жопу подорвали и поехали на Малый мост. Верно. Дефти сейчас. Изида. Колы. Валик, если ты не возьмешь, ты будешь раком. Наши вернут. Рельса, это точно прилетело. Встречайте на Малом.
Я без аптеки. Я не могу, я на базе дофиг. Все, я поставлю. Давай. Нормально, ставь. Стаканчик. Следующий. Тихо. Минус. Ребята, а твою мать. 7-7. 7 минут играть. 7-7. Нас флаг дергают. Не дергают уже. Я не флаг дергаю. Горишь? С аптекой, но без ДАшки. Ты дергаешь? Да, у нас флаг на малый пошел, ребята, на малый уходит. На малый? Да, на малый. Блин. Нет, пошел к нам по тылам. Наверх. Он за ДАшкой пошел. Он на фуле, ребята, он на фуле по центру будет валить. Он по центру валит. Балом. Да ну зачем мне мешать, диктатор? Вот, ну что за нуба, а? Возьми флаг, быстрее. А играет против. Вирус. Валик. Аптека есть, аптеку нари. Нету. Потому что наши дауны конченые. Неужели возвратят? Ну! О, стаканчик колы. Ты, блин, сегодня просто. Просто, блин, звезда в этом летсплее. Я серьезно говорю, он несколько раз мне помогал. Сейчас он возвратил флаг. Это просто. Достойно уважения. Тихо. Давайте еще дернем. Нет, на малый пойду. Наш на центр пытается уйти. Я на малый. Ребята, он на центр ушел. Он на соплях. Он без ничего. Он на соплях уходит по левой стороне. Вот их база. Под нашей базой. Едь, я попытаюсь вернуть. Я сейчас верну. Я с аптекой, если что, нормально. Или хрен там, я его верну. Верните, ну. Вернем. Куда уход? На большой. Ой, на малый мост. Нет, не идет. Он по центру пытается. Уже да. Твою мать. Меня сейчас скинут минусом. Нет, на флаге вообще никого нету из наших. Потому что тут базы немного поменены, то есть они у нас респятся, а мы у них респимся. Это вообще хреново. Ну, главное вернуть сейчас, ребята. Главное вернуть! Да! Раз! Два! Три! Кстати, он аптеку занарил. Охренеть, я ему все три плюхи прописал. Что, поставить? Нет. Нет, он на флаге, но если он в наш. Я тут респаюсь. Давай, держи, Диман, держи. Добивай его. Добивай, Валик, аптеку, если что, нарь. Ну, дай. Ты должен вернуть. Да, отлично. Твою мать, они тоже вернули. На малый уходит. На нашу базу пока не едь. И флаг не возвращайте, ребята. Флаг не возвращайте. Никита, ты сможешь вернуть? Никита? Чуть Никита пропал. Стой, не возвращай. Не возвращай колу. Ладно, хрен с ним, вернули. Пацаны, нужно дергать. Куда она опять наш уходит? По центру. Такой бешеный летсплей я еще не видел на мульте, потому что, ребята, реально, то ли собирались команды, которые тащат, то ли которые сливают постоянно. Пожалуйста. Мы пытаемся вернуть флаг. Ты там один, ты должен уйти. Братан. Нет, ЖК на ВД. Ладно, хрен с ним, я не успею все равно. Поставлю, да. Кросс. Никита на первом месте, Никита играет, но только без голоса. Ну ладно, бывает, может что-то там случилось, может что-то с микрофоном. Я пытаюсь уйти на малый, держите флаг. Я уйду на малый, ребята, он по центру уходит. Тут и Сида, я не уйду. Они могут поставить сейчас. Просто, он уже на базе. Возвратил. Кросс. Ребята, опять на центр пытается дергать. Быстрее. Я ему дал СДД. Он на малый, нет, он на центр. Я ему еще дал СДД, я верну. У нас Жига на ДД будет дергать флаг. Уходит на малый пошел. А Смока на двойных без аптеки, слышишь? На центр перестроился. Что ты говоришь? Че? У них там флаг. Дима. Да, че? А где теперь своего шотики будут? Не надо, просто нарь. Ребята, сейчас флаг на центре валяется, они сейчас флаг поставят. Нет! Валик! Твою мать! Затащим. 8-8. Тупо нарьте, ребята, тупо нужно нарить. Да, вынес. А я тебе нету. Флаг уходит. Он на флаге. На флагштоке. Вы должны вернуть. А мы должны поставить. Прописал кому-то. Слышите, если вы вернете, мы поставим. Нет. Кому же ты кинул? Нет. Что вы делаете? Да не мешайте вы. Где Изида?
Мать его. Просто, Никита, сними мать свой Hornet, реально. Ты не. Ты нам помогал больше на диктаторе своем, чем не на Hornet. Да он медленный, капец, какой. Валик, 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 держись, валик. Антищит-система, антищит-система, уничтожай этого викинга. Тебе жопа уходу, да? Да. Хоть, но не факт. Ай-яй. Ну с аптекой. Все, жопа. А, доставка. Пиздец. Говорю, диктатор, одень. Ты не сможешь ничего здесь на викинге, ой, на своем хорне ты сделать. Сейчас убью. Тихо, не нужно было переодеваться. Не нужно было. Тупо не нужно ничего делать. Мы тащили и так. Нихер меняется вооружение посередине боя. Я пытаюсь уйти на мало. Ребята, держите базу. Да, он на малый флаг пришел. Вынес. Флаг, флаг на центр, походу, пойдет, слышишь? Нет, на малый, на малый, на малый, на малый. Ну ч, да. Сзади, Дима, аптека. Нету, 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 нету у меня. Я бы тоже без аптеки. Да что? Блин. Я вернула флаг. А, нет, не возьму. Да что ж. Не вернула. А в минусе, флаг в минусе. Валик, валик, да. Валик, живи. Да куда мне? Хрен с ним, хрен с ним, следующий дергаем, дергаем, следующий, нам нужно один поставить. Один поставить, ребята, я вас умоляю, наши игроки. Да что? Давай, давай, дай. Дебил. Скинул мне флаг. Нахрена в такой битве скидывать давай, мне флаг, ребята? Нахрена? Просто привезите этот флаг и все. Вы, я вас отблагодарю больше за то, что вы привезете, а не то, что вы мне скинете и очки какие-то накинете мне. А мне 300 лет не нужно, 40 секунд. Ай, не-не-не, они доставят 5, ё-моё. Охренеть. Вот тот человек, который сейчас мне скинул флаг, огромнейшее тебе спасибо, братан. Если бы ты не скинул, если бы ты повез его на центр с нашей зиткой, ты бы доставил. Но ты же решил скинуть мне флаг, они вернули этот флаг и поставили 10-й флаг в этой битве. Просрали мы эту битву на мультах. Я, конечно же, это выложу, потому что, ребята, пофигу, выиграли, не выиграли. Я все выкладываю, абсолютно все, если что, записываю. Но такие глупые ошибки, во-первых, самая первая ошибка, которую я заметил, не нужно скидывать мне флаг, ребята. Не нужно скидывать мне флаг. Второе, вторая ошибка, ребята, очень-очень важная. А, когда флаг наш увезли, и если вы можете немножко его подержать, просто несколько секундочек подержать, подержать время, потому что на полигоне нужно держать. Если вы сейчас вернете, его сразу же подхватят залезпившиеся противники. Если бы вы чуть-чуть подержали его и не сразу же возвращали, они бы не увозили с таким вот большим количеством, с каждым, не знаю, они каждый раз подхватывали, каждый раз, не знаю, как у них это умудрялось, но огромное спасибо красной команде за такое вот сопротивление и за победу, и очень прекрасно, они мне понравились, тем более нарили весь летсплей, что меня, конечно же, конкретно удивило. Ну а с вами был Дим Федоров, Валик, а Никита, всем удачи, играйте в танки и добавляйте нас в друзья, а плюс подписывайтесь на наш канал и наш паблик. Всем пока. Всем пока.